Короче, все разбазарили, все, что можно было и не можно. Везде дерибан сплошной. Друзья, всем привет! Мы сегодня решили устроить небольшую прогулку в санаторий. Выехали на санаторий Ясная Поляна. Теперь мы спускаемся вниз к морю через него. Не знаю, сколько времени это займет у нас, потому как тут далековато идти. Санаторий Ясная Поляна находится на уровне 180 метров над уровнем моря. Вот нам надо еще долго-долго чесать тут, не знаю. Тут есть еще дворец графини Паниной, который был построен еще в 1830 году по заказу графа Голицына. Вот сейчас мы выйдем, посмотрим. Это музей сейчас. Да, это мы называем майским жуком. Майские жуки на самом деле большие, серые, но мы в Ялте называем это майским жуком. Зелененький, вот такой вот. Очень жаль, что не работает такой красивый фонтан с рыбкой. Очень жаль. Мия Александрия. Вот, и Толстой здесь жил. Практически год прожил здесь Лев Николаевич. Вот тут, походу, была красивая стеклянная веранда. Наверное, реставрацию делать будут. Прогуляемся по дворцу, где гуляла... Да тише ты, где графиня Панина ходила каждое утро. Гранат? Да там вообще что? Там цветы гранат. Круто, и уже зависть, да, есть гранатовая? Боже мой, ну надо же отреставрировать срочным образом. Ну какая же красота была. А я знаю, где просунуть камеру. Да ты шо, сейчас просунем. Там дырочка есть. Подглядывающая дырочка? А ну-ка давай. Ну любой можно, вот это. Блин, ну такая красота, елки-палки, надо срочно это все. Графиня, вы здесь? Ты не вспотела? Нет. Прохладненький ветерок? Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Боже, отреставрировать будет тут просто чудеса. Такое панно нашли на стеночке. Очень красивый, но заброшенный, к сожалению. Вот так, там бассейн. Такие каменные скульптуры какие-то. Там прям дворец. Как Кремль. Короче, спускаемся вроде как по территории санатория Ясная Поляна. Все застроено, все частное, все сразу видно. Вон. Одни заборы, давненько построено все. Короче, все разбазарили, все, что можно было и не можно. Везде дерибан сплошной. Идем пока вниз, куда выйдем, непонятно. Наконец-то добрались мы. Спускались долго-долго, но все-таки спустились.